Дорогие забайкальцы, от имени депутатов Законодательного собрания Забайкальского края и себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Давайте с благодарностью проводим уходящий год. Он был богат на важные для нашего региона события и дал старт нескольким крупным проектам. Наша законотворческая деятельность в минувшем году была направлена на то, чтобы сделать достойной жизнь пенсионеров, инвалидов и ветеранов, поддержать многодетные семьи и подрастающее поколение, а также тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Всегда хочется предугадать, каким будет грядущий год. Но перемены к лучшему не приходят сами собой. Это результат наших совместных усилий, всех депутатов, правительства, общественности и всех жителей края. Только вместе мы можем сделать так, чтобы наш любимый край был благополучным и комфортным для проживания. Его процветание зависит от труда, энергии, инициатив каждого из вас. Вместе у нас все получится. С Новым годом, дорогие друзья! С Новым годом, забайкальцы!